В эфире программа «Эксклюзив». Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с Алексеем Невьянцевым, бизнесменом и филантропом, финалистом всероссийского конкурса «Лидеры России». Алексей Юрьевич, вы возглавили крупное предприятие в 22 года. Получается, быть управленцем – это ваша, ну пусть не детская, но юношеская мечта? Да, безусловно, я бизнесом стал заниматься достаточно рано, когда еще учился в Уральском государственном техническом университете. Со второго курса я начал работать, совмещая учебу и образование. И действительно, уже к 22 годам я прошел путь от менеджера по продажам до президента медиахолдинга, в котором работало порядка 250 человек. Поэтому общий стаж, скажем так, в бизнесе он уже больше 20 лет. И все это время действительно, скажем так, есть стремление совершенствоваться, развиваться и делать свое дело каждый следующий день лучше, чем в предыдущий. Но бизнес же меняет человека. Какие качества вы приобрели за время вот своего управленчества? Я думаю, что бизнес не столько меняет, сколько проявляет те качества, которые в каждом человеке есть. И бизнес, он прежде всего, вот лично для меня, воспитывает такие качества, как целеустремленность, достижение поставленных целей, умение создать команду, мотивировать команду и достигать целей вместе со своей командой. Вот. Первый момент. Второй момент – это то, что руководитель бизнеса, я считаю, должен видеть четкую цель, которой он идет, формулировать и вдохновлять на ее достижение всю свою команду. А как научиться эффективному планированию? Ведь бизнес и планирование – это вещи, которые неразрывно связаны друг с другом. Эффективное планирование, оно является действительно очень важным моментом. И вот совсем недавно я был на стажировке сначала в Германии, потом в Японии. Меня поразило прежде всего в том, что у них строится именно игра в долгую. То есть планы не на ближайшие там перспективы, а вот действительно на года. И когда планирование идет вот такое масштабное по всем, скажем так, временным отрезком, тогда действительно, делая, выполняя задачи каждый день, ты понимаешь, к какой большой глобальной цели ты двигаешься, и уже такое планирование не напрягает, а наоборот дает там силы, энергию, понимание, ради чего все это делается. Ну, в бизнесе невозможно вести деятельность, не испытывая какие-то неудачи. Вот как вы относитесь к каким-то недочетам или неудачам в своем деле? К неудачам отношусь абсолютно положительно, более того, я даже радуюсь им, потому что всегда какие-то ошибки, недочеты, они дают гораздо больше информации, возможности для анализа, совершенствования и становиться лучше. Поэтому ведь успех и неудача – это две стороны одной медали. И поэтому для того, чтобы достигнуть какого-то успеха в каком-то виде деятельности, это неизбежная, скажем так, составляющая, череда каких-то ошибок, недочетов, поэтому к ним отношусь абсолютно спокойно, стараюсь анализировать те причины, которые привели к ошибкам, и не допускать их в будущем. Как вы считаете, на вашем пути чего было больше, неудач или все-таки достижений? Я думаю, что все-таки больше, наверное, удач, успехов. А ваше участие в конкурсе «Лидеры России» для вас это успех или это то, к чему вы, собственно, и шли? Участие в конкурсе «Лидеры России» вообще для меня, с одной стороны, открыло достаточно большие такие возможности и горизонты, а когда я участвовал, я как-то не задумывался, что вот прям вот мне нужно там победить или дойти до финала. У меня было несколько мотиваций. Первое – это проверить свои силы и оценить свои, скажем так, профессиональные компетенции на уровне других лучших управленцев России. Первый момент. Второй момент. Мне, безусловно, хотелось получить наставника из числа первых лиц государства. И я очень благодарен Сергею Константиновичу, который является моим наставником, потому что действительно общение с такими людьми, оно порой там полчаса-час времени общения дает больше, чем там десятки прочитанных книг, десятки пройденных тренингов. Вот. Поэтому, безусловно, участвуя в конкурсе «Лидеры России», мне хотелось именно получить такую возможность, и она состоялась. Ну и третий момент, безусловно, который меня мотивировал и поддерживал участие в конкурсе, я хотел быть примером для своих детей,
У меня Ивану 11 лет, Машеньке 7, она в этом году пошла в школу. И мое участие в конкурсе они прям поддерживали активно, переживали. И мне хотелось стать таким образцом, показать, что невозможное возможно. И можно, скажем так, на первый взгляд кажущейся не такой сложной задачи, как из 227 тысяч принявших участие попасть в 300 лучших. Вот, у меня это получилось, и я рад, что, скажем так, мои дети действительно увидели это, и не просто увидели, они сейчас вот оба, значит, обучаются в школе лидерства, любимый Жук, и вот у них такое вот это стремление к этому появилось. А какой самый ценный или, может быть, неожиданный совет во время вот проведения этого конкурса вы получили? И от кого, если не секрет? Неожиданный совет, ну, пожалуй, таким вот самым ярким впечатлением было это выступление на финале конкурса «Лидер России», выступление с обучающими такими семинарами, тренингами. Сергей Владимирович Кириенко, Герман Греф рассказывали о своем опыте, значит, руководитель налоговой службы Мишустин рассказал очень такие интересные моменты. И участвуя в конкурсе, также для себя я вот прям ярко осознал и ощутил, что процесс обучения, он должен быть вот, ну, постоянным. И не скрою, чувствовалось действительно, когда находишься в среди таких очень амбициозных, результативных, умных людей какой-то даже такой маленько дискомфорт, что а как же я вот смогу-то проявить себя и, значит, победить в этом конкурсе. Но все сложилось, и после конкурса я сразу продолжил свое обучение, поступил на два учебных заведения, это государственное и муниципальное управление РАНХИКС и MBA в MBA-центре Уральского федерального университета. То есть учиться никогда не поздно? Я бы сказал, не то, что никогда не поздно, всегда нужно, потому что мы живем во время, когда знания очень быстро устаревают, и в цифровой век очень много появляется новых каких-то тенденций, новых знаний, и просто как в сказке про Алису, чтобы просто оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Поэтому, безусловно, образование и обучение – это неотъемлемая часть успеха в том деле, которым занимаешься. Вашему фонду «Доброе дело», благотворительному фонду, уже 12 лет. Есть ли какая-то обратная связь с теми людьми, детьми или взрослыми, которым вы помогли? Да, безусловно. Многие тем, кому мы начинали помогать в начале своей деятельности, они, когда подросли, они стали принимать и в проектах фонда участие, и кто-то стал, значит, реализовывать собственные социальные проекты. И самым таким приятным ощущением и, ну, скажем так, эмоцией, которые у меня Новый год всегда начинается 28-29 декабря, когда мы вот уже 10 лет проводим благотворительную новогоднюю елку в городе Первоуральске, на которую собирается 220 детей из малообеспеченных, кризисных семей. И когда я все эти елки, все эти года обязательно сам посещаю, и когда видишь вот эти счастливые улыбки, глаза детей, которые, смотря на выступление, на Деда Мороза, они действительно начинают верить в чудо. И это очень такая положительная, очень сильная эмоция, которая позволяет там на следующий год еще больше и лучше реализовывать благотворительных проектов, которые мы делаем. И, кстати, хочется отметить то, что в этом году мы победили с проектом «Доброта – основа воспитания. Уроки добра в школах» в президентском гранте. И именно об этом я рассказывал вчера, выступая перед школьниками, значит, сегодня перед студентами и общаясь с представителями волонтерских организаций, некоммерческих, с органами власти. И при каждой встрече, общении я видел очень большой интерес к этому проекту. И я надеюсь, что, объединив все эти усилия, мы этот проект реализуем не только в Свердловской области, но и в Магаданской области. То есть будут преподаватели, которые по вами разработанной программе будут детям рассказывать о добре и лидерстве. А как вообще, по-вашему, связаны между собой эти два понятия?
Понятие лидерства, доброты, помощи ближнему, на мой взгляд, очень взаимосвязано, потому что любой лидер, он несет ответственность не только перед собой, перед своей семьей, но и перед тем обществом, в котором он живет, перед страной, где он родился и живет. Поэтому, на мой взгляд, характеристики, которые одна из важнейших характеристик настоящего лидера, это умение понимать, чувствовать какие-то проблемы, трудности людей и стараться помогать им в этом, помогая и оказывая ту помощь, которая посильна и можно помочь. А как по-вашему, добру можно научиться или научить? Я думаю, да, именно на это и будут. Вообще в каждом человеке внутри человек очень добр внутри. И просто в нашей повседневной жизни мы порой перестаем замечать какие-то вот те вещи, на которые обращали внимание, которые нас радовали в детстве. И очень важно, вот мы, начав реализацию этого проекта уже в Свердловской области, мы увидели действительно огромный интерес и увидели заинтересованность учителей, самих детей, вот именно в уроках добра и в квесте добрых дел, который мы проводим. Многие школьники активно вовлекаются и начинают помогать как волонтеры в социальных проектах благотворительного фонда «Доброе дело». Поэтому вот основная идея этого проекта – это, скажем так, помочь подрастающему поколению, школьникам видеть тех, кому нужна помощь, и самое главное, помогать тем, кто нуждается в этой помощи. Алексей Юрьевич, ну, в завершении нашего интервью дайте, пожалуйста, совет, может быть, самый ценный совет всему подрастающему поколению и молодежи. Я бы посоветовал, и то, о чем я говорил вчера на выступлении детям, что я немножко завидую. То есть, начав свое выступление, я сказал, что я немножко завидую каждому из вас. И завидую потому, что у каждого из вас еще все впереди. У вас вся жизнь впереди, больше времени. И самое важное, не терять это время. Я специально детям давал песочные часы и просил в течение минуты обратить внимание на песчинки времени, которые утекают. И дети действительно вовлеклись во все это. И очень такие глубокие мысли, обратную связь говорили вот о времени, о том, что нужно правильно его планировать, реализовать. И поэтому мой совет – не теряйте зря времени, двигайтесь вперед, верьте в свои силы, и у вас все обязательно получится. Это была программа «Эксклюзив». До свидания.